Ну, что вам сказать? Короче, работа, учеба. Слава богу, уже закончил на ABA. Теперь осталось на лайсенс сдать. Это еще тяжелее, чем закончить. Вот. Ну, пока я на вакейшене до 3 января. Вот. Давно не был в джиме, потому что не было времени. Вот сегодня, как говорится, ну, как давно не был в джиме? Недели 2 не был, может 2,5. Мой тренер Дима уехал в Таиланд. Вот, я с ним занимался 2 раза в неделю. Вот. В общем, я вхожу как в форму. Делаю кардио, я сегодня делал велосипед в джиме где-то час, больше часа. Лыжи делал 3 минуты. И сейчас тренинг. Вот почему тренинг? Я вот хочу как бы поделиться опытом. Может кому-то пригодится. Значит, во-первых, повышает хорошо настроение. Это раз. Второе, улучшает метаболизм, я заметил. Значит, как-то чуть-чуть начинаешь худеть. Вот. И больше тестостерона, мне кажется, вырабатывается. Вообще иммунитет улучшается. Но злоупотреблять нельзя, но так раз в неделю, раз в 2 недели, я думаю, что нормально. Вот. Так что такие дела. Вот. Я делаю 9 минут. Тут, кстати, вот что стоит отметить, что тут тренинг такой мягкий, он не жесткий. Вот ни разу у меня не было, чтобы что-то там как бы пригорело или что-то болело, там это. Соток. Ну, я начинал, правда, так, там 2 минуты, потом 3 минуты, потом 4 постепенно. Пока я дошел до 9 минут. Вот. Но я доволен. Это хорошая штука. Как бы если с умом, то оно полезно, в принципе. Все, я вас всех обнимаю.